Привет, друзья! Сегодня гулял по барахолочке и попалась мне вот эта вот вещица, паяльная лампа. Очень недорого и в очень неплохом состоянии. Давайте посмотрим, что здесь пишут. Пишут здесь вот что. Тип то ли ЛП, то ли ДП, то ли ЯП, ЛП. ЛП-02. Цена 3 рубля 60 копеек. Когда-то, в старые добрые времена, такие горелочки были в каждом хозяйственном магазине. Давненько их не встречал. Сейчас мы попробуем заправим, заправлим и посмотрим, работает ли. Ну, я думаю, что должно. Подкачки здесь нет. Здесь все очень просто. Горючку наливаем вот сюда. Поджигаем, оно разогревается, нагревает вот эту вот часть. Давление поднимается, горючее подходит к форсуночке, закипает, превращается в пар и таким образом горит. Так, закрутим, открутим. Возьмем вот такую маленькую вороночку. А здесь у нас бензинчик. Бензин калоша. Ну, почему калоша? Потому что другой будет страшно вонять. Это же как-никак спальня. Спальня бывшего мастера 7-го разряда. Я думаю, хватит. Теперь закруточку мы закрутим вот здесь. Закрутили. Хорошо, здесь закручено. Горючку подальше. Вообще-то нужно было на балконе это делать. Ну, да ладночки. Так, и сюда этильчика. Ну, потому что от бензина будет много вони. Чудненько. Здесь мы подотрем. Зажигалочка. И вот оно, кажись, пошло гореть. Так, здесь у нас закрючено. Сейчас оно подогреется. И пойдет. И пойдет, и поедет. Как бы хату не спалить. Как бы хату не спалить. Так, чтобы не попало на камеру. Много спирта налил, я так думаю. Но ничего, он уже почти сгорел. Так, теперь открутим вот здесь. И оно зашипело. Ну-ка. Что-то пошло не так. Кто мне скажет, в чем проблема? Еще открутим. Да что ж такое? Слабо разогрели. Сейчас она наберет оборотов и пойдет. Я думаю. И, кажется, пошло. Вот такая красота.
интересно, какую температуру можно получить. Это раз. А во-вторых, кто скажет, почему пламя зеленого цвета? Непонятно. Я думаю, сильно отключено. Вот так. Давайте посмотрим, какую температуру мы с этого сможем поймать. Это сюда, это сюда. Включаем сопротивление, температура по Цельсию. Давайте посмотрим. Семьсот. Восемьсот. Восемьсот пятьдесят. Больше не получится. Восемьсот шестьдесят. Горяченький. Нагрелся хорошо. Что сказать? Отличная вещица. Еще одна горелочка в мою коллекцию. На сегодня все. Всем спасибо. Ставим пальцы. Всем пока.